איך אני מביא את, את האדם להבנה שהדבר שאני מציג הוא לא אוטופיה. Как человеку объяснить, что то, что мы ему подаем, что это не утопия, хотя это представляется верхом утопии, а вещь практическая, реализуемая? Я помню, год-два назад мир сходил с ума была такая мода, помните, брали такой шарфик и завязывали так вот на шею. А сегодня, скажем, все ходят в зеленом, завтра будут ходить в красном. Что? В желтом что? В Тель-Авиве? А, Макаби Тель-Авив выиграли. О, такая мода. Хорошо. И так далее и тому подобному. Я вижу, что мир, он полностью можно запрограммировать, буквально как компьютер, простыми действиями. Человечество приблизительно тратит где-то 500 миллиардов долларов в год на рекламу. 500 миллиардов долларов, я тебе скажу, если ты даже возьмешь 50 миллиардов долларов, десятую часть, этого будет достаточно для того, чтобы привести мир в состояние отсутствия голода и решить множество проблем. А здесь 500 миллиардов долларов только на рекламу. Всего подряд. И эта реклама для чего? Чтобы то, что стоило, скажем, $1, ты бы мог продать за 10. И ты должен, иначе ты не окупишь саму рекламу. К чему это все? И ты видишь, что весь мир является результатом этой рекламы. Абсолютно все, что у тебя есть в мире, есть результаты реклам. Все проявления. Желание получать большого, маленького, но все наши выражения жизни, формы, как делается, что делается, в каком виде, как говорят, как думают, чем наслаждаются, а чем нет. Все вкусы, виды поведений, все чаяния, все, что есть, есть результаты рекламы. Воспитание — это тоже реклама. Что значит реклама? Одно важнее другого. Так все выстраивается. Так не говори, что это что-то нереальное для реализации. Потому что если бы ты взял все эти деньги, даже меньшая часть, и начал бы рекламировать то, о чем мы говорим, то ты бы пришел к точно такому же результату, как они пришли с рекламой того, что они рекламируют. Даже больше. Даже больше, потому что бы ты на самом деле увидел, ты бы показал людям, насколько на самом деле за твоими словами стоят факты и хорошие результаты. Потому что ты бы действовал против зла, которое уже раскрывается в людях. Поэтому не говори, что это нереально. Это нереально, потому что тебе нужно здесь работать для того, чтобы достичь, скажем, мощи тех самых денег, средств и потратить на рекламу. Но не более того. Ты можешь таким образом перепрограммировать людей, как хочешь. Нет никаких проблем.